Друзья, добрый день. Сегодня у нас будет ремонт вот такой вот фритюрницы. Вот она. Хитрая, смотрите, вот так вот окунается. Вот. Обычно у них горят вот подобные вещи, либо терморегулятор. В данном случае у нас горел не терморегулятор, а вот этот вот выключатель. Вот смотрите, я вам сейчас покажу, где он. Вот он. Полностью сгорел. Будет замена на вот такой вот обыкновенный. Ну, не обыкновенный, он 16 амперный. Есть, смотрите, просто включение-выключение, есть вот такая вот перекидная часть. Здесь у нас просто банально включение и выключение. О, зелененькая. Что? Зеленая кнопка как-то не стояла. Зеленого цвета. Мы... Покажу. Все вынимаем. Вот тут немножко поплавилось. Так, красная, красная. Синяя, синяя. О, ух ты, все, здесь лопнуло. О, здесь уже все сплавилось. Так, это был фон. Синий, синий. Смотрите, что у нас здесь получается. Сейчас я расскажу. Когда одеваются вот сюда вот клеммы, то их нужно иногда проверять, потому что они со временем будут подгорать. И у вас это все дело заплавится. Поэтому еще раз вынимаем и дожимаем. Так, Димон, ты ищешь, да? Да. Так, здесь есть. Все, друзья, в принципе, ничего сложного не было. Остались только запчасти, и сейчас нужно будет это аккуратно, красиво туда одеть. Может быть, предварительно еще... Не нужно, если провода позволяют и ничего не коротит, то можно будет аккуратно одеть. Это все в жире нехиленько. Говорю, в жире нехиленько так все. Ну да, это ж самое... Одна из самых грязных, беспособна кухня. Ну да, там хронический жир. Ага. Юля, деликатес. Деликатес. Так, вроде бы захлопнулось, почти. Сейчас еще чуть-чуть, я уже думаю, это что показывать на видео не буду. Поэтому сейчас дощелкну, чтобы она аккуратненько туда зашла и ничего не сломалось. Так, вот у нас как идет процесс нагрева. В предыдущей записи запись не нажал. Вот. Есть. И вот видно очень хорошо, как у нас горячая масса поднимается вверх. Вот. Температура доходит до 400 градусов? Да. 400 градусов. Попадает на кожу, все, волдырь и ожог. Так что наша задача подождать минут 15, чтобы оно
не было глюков, ничего не подгорело, не сгорело, и все было хорошо. Ремонт был быстрый, не такой уж и сложный. Пришлось съездить за выключателем, брать обыкновенный 16-амперный выключатель, в котором есть, посмотрите, заодно сразу покажу. Они есть 6-пиновые фактически и 4-пиновые. То есть здесь он идет как бы перекидной, хотя идет и включение, и выключение. Но они обычно идут, когда такие, в основном идут 10-амперные. Желательно брать 16-ампер, потому что здесь мощность, по-моему, около 4 кВт или 3,5. Здесь, видите, смотрите, две отдельные, две фритюрницы, две отдельные розетки. Вот они. Подсоединяются сюда. Соответственно, на каждую из них, по-моему, по 3,5 кВт. На одну розетку это нельзя вешать официально, потому что на одну розетку до 16 ампер. Здесь как раз 16 ампер. Поэтому здесь задача еще фритюрницы. Смотрите, в чем опасность. Не дай бог, если сгорит ТЭМ, выключатель должен быть двойной. Он должен отключать и фазу, и ноль одновременно. Поэтому, например, знаете, иногда, как говорят, там, перекоротить или что-нибудь сделать, это будет неправильно, потому что, не дай бог, ТЭМ сгорит, или коснется корпуса, или что-то еще, и фаза, которая не отключается, в зависимости от положения вилки, может пробить на корпус. Мало не покажется. Все эти горячее масло бьет током 220 вольт человека, который работает на кухне. То есть, короче говоря, это очень опасно. Поэтому выключатель должен выключать и фазу, и ноль одновременно. А терморегулятор он выключает только одну из них, ну, какую-то. И, например, условно всегда ноль подается, условный ноль. Но если вы вилку в розетке поменяете наоборот, то у вас фаза всегда будет подаваться, выключаться ноль, что неправильно. Все, вот наше масло уже почти закипело. Все, подождем еще 10 минут и поедем дальше.